всем привет, друзья! Не пойдет. Ну, так-то лучше. Итак, сегодня я закуплюсь минеральной водой, чтобы провести опыт мгновенной заморозкой. Так что наблюдайте, следите, не переключайтесь, будет интересно. Все, закупились, сейчас будет эксперимент. Итак, ребята, приступим к опыту. Время 3 часа дня. Берем вот эти 3 бутылочки и где-то, ну, будем смотреть на 2 часа, на 3 часа и на 4 часа, наверное. Ну, посмотрим, вот 2 из них будут индикатором, так скажем. Ну, в общем, посмотрим, поглядим, что получится. Для начала нужно отодрать наклейки, потому что, ну, может быть, не видно из-за них процесс заледенения вот этот вот. В общем, так, ну, поехали. Напомню, вода без газа. Ну, погнали. И прям вот сюда. Раз, два и три. Ну все, ждем где-то в 5 часов вечера. В 5 часов вечера пойдем испытывать первую бутылочку. Ладно, подождем не 2 часа, а 3 попробуем. Увидимся вечером. Ну что, друзья, момент X настал. Прошло где-то 2 часа, и сейчас я буду делать эксперимент. Достаем первую бутылку. Сейчас, по идее, при ударе она должна замерзать. У нас ничего не происходит. Вот, пузырек плавает. Нужно еще подержать. Вернемся еще через часок где-то. Ну что, друзья, прошел еще часочек. Давайте будем смотреть. Она просто замерзла, я устал уже это проводить. Фух, поход передержал. Опять момент истины. Слава богу, что у меня осталось то видео, где у меня получилось очень случайно. И если что, я залью его, что покажу, что это да, реально так. Застыло опять. Опыт с мгновенной заморозкой воды в этих бутылках. Это минеральная вода без газа. Сейчас я ее положу часов на 5, наверное, в морозилку, но потом дальше будем смотреть, как она будет замерзать и будет ли вообще она замерзать. Вот такая водичка. Итак, что, собственно говоря, мы сейчас будем делать? Сейчас берем, кладем эти 2 бутылочки в морозилку на часов на 5. Ну, и каждые 2 часа будем проверять, смотреть. Вот, ну все, погнали. Так, одну сюда. В пельмени. Ну, вот сюда, рядышком. Все. И через 5 часов посмотрим, будет ли она замерзать прямо мгновенно. Так, ребят, ну прошло 2 часа, давай держим кулачки, чтобы все получилось, но я не знаю, может быть, больше времени понадобится, ну, сейчас, по ходу. Ну, пока вроде ничего.
На заледенил. Тут внутри снег. Подождем вторую бутылку. Так, достаем бутылку. Как это сделать-то? Вроде жидкая. Заледенело. На глазах прям. Только стоило ее перевернуть, и все. И покрылась опять вся льдом. Вот внутри еще там есть водичка немного. В общем, друзья, случайно у меня этот опыт получился. Вот не знаю, какими способами. Я, если честно, думал, он вообще никак не получится. Так что вывод такой, что все-таки возможно это сделать. Это была простая минеральная вода без газов, магазинная. Я слышал про такой эксперимент, что можно сделать его с дистиллированной водой. Вот. Ну, как оказалось, минеральной тоже можно сделать. Или она по консистенции может быть как дистиллированная вода. Вот. Ну, такой из меня криомастер Саб-Зиро, да? Вот, ну, вы были на канале Valdis Life, я не знаю, как это, удался эксперимент или не удался, где-то видно, где-то не видно, ну, извините, такая аппаратура, такое качество, вот, ну, буду усовершенствовать, вот, вы были на канале Valdis Life, с вами был Valdis, если вам понравилось, такие рубрики с экспериментами, может быть, дальше будут лайфхаки, то поставьте лайк, напишите коммент, ну, и подписывайтесь, всем пока. Y'all know my name, bitch. Y'all think I'm famous. Y'all this ridiculous, meticulous.